Это начинает смотреться у тебя. Вот это, да? Это из Ницше, да. Ну, дело в том, что это соответствует, стилистика соответствует названию вот этой, выставки, да? То есть андеграунд сегодня и завтра. Я сегодня его начал, завтра я его закончу. У меня просто не закончен, видишь? А это еще не законченные картины? Понятно, да, видно же. Они все 19-го года, да, какой-нибудь? Нет, я их начал в 19-м, а принес сюда вот в 20-м. А закончил? В 21-м. 21-м, думаешь? Нет, закончу, конечно, раньше. Домой принесу, да, закончу. И здесь... Так-то просто они хорошие по идее, но они, к сожалению, страдают вот этой незаконченностью своей. Не сделанностью. Ну, вот я бы, например, если бы ты не сказал, я бы не подумал, что они незаконченные. Ну, в общем-то, да, можно сказать... Авангардизм, он все такой, он может там... Зачем заканчивать? Может быть, можно же все испортить, по большому счету? Ну, нет, тут очевидные есть ляпы, которые просто видно, что не доделаны. Вот эта картина о чем вот это? Вот? Это Сомнамбула? Сомнамбула, да. Ну, это практически, можно сказать, что это о нашем времени, когда люди не могут договориться между собой, ходят зомбированные такие там, ну, тут еще видишь, еще тоже... Вот я вижу, да, это душа как бы. Ну, какая душа? Это... коммунистический лидер. Нет, я имею в виду вот это. А, нет, это, ну это просто, может быть это прозрачные какие-то сущности неощутимые и блуждающие в одиночестве, может быть, да? Которые тут этот сидит, там названием их, там колокольчик должен, видишь, висит. Ну, тоже не сделано. Он обозначает, что он идет, как бы, да? Ну, что, да, блин, типа, я здесь, да? Где-то есть какие-то, ну, дело в том, что они действительно все какие-то такие, типа, в полусне, полузомбированные, да? А зомбированные, естественно, чем зомбированные? Ну, СМИ и отсутствие собственного мышления. То есть это люди... Нет, желание встретить себе, ну, вообще проблема одиночества, она же, в общем-то, фундаментальная проблема. Об этом, ну, человеческого такого мышления, сознания, да, духовного одиночества. Я не говорю, что друзей там много, а настоящих там один-два обычно, ну, там, минимально бывает, да. И это, конечно, это одна из таких современных, я думаю. А вот это вот знак, это вот он уходит в небо и смотрит информацию в небо, в ноосфере. Там вообще тоже она не сделана. Там должны быть запеленатые такие ручки, связанные. Да, то есть такая-то какой. Почему? Что-то есть. Что это вообще? Есть духовное стремление, говорится. Ну, нет. Оно связано руки, да? Да, ну повязаны и все равно бродит там, не может вырваться. Ну, нет, тут... А вот это что за образ? Это кто? Вот это... Как понять вот этот образ? Пойми, это как кран. Кран. Если сделать такую штучку с крюком, то будет кран издалека видеть. Да? Да, это без разницы, кто как... Это надо, видишь, любая картина, она же, собственно, создается из, так сказать, из набора элементов, которые сами по себе, ну, ничего не значат. Ну вот если это сомнамбулу, да? Да, вот это, если это прошлое, да, то есть, да, это как бы элемент прошлого, когда все были единопорыви, да, под красным знаменем. По-моему, это и сейчас уже так идет. И так же, да. Тем более вот эта черная такая штука, это намек на какую-то... Это... На сегодня? Да, на поповство какое-то. На поповство. Под красным. Вот ты так даже, да, означает? Ну, это не так, это я просто говорю, что варианты прочтения могут быть и такие, какая разница? Ну, по крайней мере, черные люди у нас присутствуют. А это вот как бы антитеза, да, то есть как бы... Это символ того же одиночества. Это, в принципе, вообще картина одиночества, можно назвать ее. Ну, или сомнамбулы, которые действительно... Лунатики? Это сон. Сомнамбулы – это снахождение вообще. Снахождение, да? Да. Еще лунатики. Ходят во сне они. Ну, лунатики, понятно, что по-нашему. То есть ты считаешь, что мы сейчас все сомнамбулическом сне находимся? Ну, многие, да. И многие, вся страна, может быть, да? Ну, может быть, так, да. То есть вот мы уже 20 лет живем в состоянии сна, да, такого? Да не то, может что, быть не то, что 20 лет. Почему именно 20? 100? Я думаю, что... 300? Да нет, это просто эпизодическое состояние. Эпизодически мы впадаем в сон и начинаем бродить в поисках каких-то вот этих, что есть истина, что есть, кто виноват, что делает, значит, и кама гридеша, да, куда идем.
То есть это всегда это проблема, в общем, такие, ну, метафизические. Вот все-таки вот в этой картине, вот. Скажи мне про эту картину. То есть. А это вот, это как бы триптих же, по сути-то. Смотреть в бездну, да? Да, это по сути триптих. Ну, ладно, давай, завязываем это. В следующий раз. Последнее, вот про это триптих. Ну вот, понял. Это он как бы смотрит, это, допустим, вот этот чувак, вот где-то из какого-то из этого дома, условно, да? Ага. Вот, вот здесь сделать такую, как это, окошечко, и там, чтобы он там торчал. И, то есть он будет то же самое смотреть. Ведь объединяет-то их черное небо. Вот здесь, а, я понял. Да. И вот эти глаза, да? А это глаза, это какая-то, может быть, бездна начинает тебя скучать. Бездна, это бездна, да? Да, ты что-то в нее глядел, она раз, тебе тоже тут. И в центре сидит художник. Да, художник, который обуреваемый вот этими страстями там, и прочим, всем дерьмом этим. А тут еще летит какая-то, может быть, душа какая-то. Душа. То есть, или это не душа, а это, как называется, муза. Муза. Хрясь это, видишь, у него ручки такие. Да, академические. Это самое. С нами был Валерий Павлов. Был. Как? Почему был я? Нет, в данном случае ты еще надеюсь, с нами есть Валерий Павлов, а там художник. Спасибо.